Раз, два. Всем привет, с вами Дарк. Сегодня буду играть SkyWars на серво. Так. Раз, два, три. Всем привет, с вами Дарк. И сегодня я буду играть в Майнкрафт и проходить такую офигенную карту под названием Геометрия. Ну вы поняли меня, да? Что ж, мы будем проходить такую охрененную карту под названием Геометрия Даш. Да, будем играть в Геометрия Даш. Что ж, что тут написано? Рекомендуется 90+. Ну, у меня 95 сойдет. Render Distance 20+. Карта, ты издеваешься? Если я поставлю 20+, у меня комп взорвется. Я серьезно говорю, у меня комп взорвется. У меня ж комп дерьмо. Ну ладно, пусть 5 будет. Думаю, это не так важно. И нажмем старт игры. Хопа! О, мы кубик выбираем. Прикольно. Так, давайте оранжевый. Ну все, я выбрал. Что за фигня? А, стоп. А, все уже. О, геометрия даже. Так. А с какого левела, где начинать? А, это 2. А вот это уже 1. Вот, давайте с этого и начнем. Ух ты. Что за фигня? Ребята, геометрия даже. Майнкрафте. Пипец, у меня лага. Ед. Ребята, геометрия даешь в Майнкрафте. А вы что думали? Ну давайте попробуем еще раз. О, кстати. Кстати, сейчас уже меньше стало лагать. Оп. Пипец, у меня лагает клюет, конечно. А может, надо было реально 20 рендер дистанс поставить? Ну-ка. Ребята, у меня сейчас ком взорвется. Готовы? Ну, 19. По-моему, это никаких пользы не дало, ну ладно. Ну, давайте так играть с лагами. Надеюсь, это... Не у меня одного. Ребят, давайте в этой серии попробуем хотя бы вот этот один левел пройти и все. Потому что я чувствую, я тут ничего не пройду. Особенно с такими лагами. Поэтому, ребята, смотрите, я уже продвигаюсь. Ну как продвигаюсь? Давайте хотя бы... я просто болею. Давайте хотя бы 50% наберем и все. Только 50% попробую набрать. Ну да, конечно, у нас получится 50% набрать. Чё? Так, все, пробуем набрать. Да ладно. Чё за фигня происходит? Ставлю в видео эти фрагменты. Я мучился, сидел, не понимал, что происходит. Просто до того, как я играл в эту игру, ну, как начал проходить эту карту, я зашел через 1.12.2, там лагала эта карта. Через 1.8.9 тоже лагала. И сейчас я зашел через 1.8, который надо, и даже это лагает. Я там даже вот так пытался проходить. Знаете что? Если у нас это не получается, то мы сами создадим свой Geometrii Dash.
Реально, сейчас создадим свой Geometry Dash, и мы пройдем на все 100%. Что ж, увидимся, когда я построю. Ну что, ребята, начнем проходить под крутую музыку Geometry Dash. Кстати, блоки офигенно, докажете? Что ж, оп, оп, раз, два, три. Все, ребята, я прошел. Вот реально офигенно же, я прошел на изи просто. Ну что ж, ребята, наверное, мы будем на этом заканчивать, да? Увы, ну печально, но мы будем прощаться. Что ж, думаю, вам понравился этот видос, как у меня бомбило в некоторых моментах. То, что не запускалось. Ну или, ну я не знаю, вы сами решите. Сейчас включим геймод 0. Ой, геймод 1. Все. Ну, в принципе, карта офигенная, но не знаю, связано ли это с моим тупым компом или нет. Но если бы не лагала, карта была бы офигенная. Ну что ж. Кстати, какие тут команды? Окей. Что ж. Думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дарк. Всем удачи и всем пока.